Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас выходной день, и значит, мы едем сегодня покататься. И сегодня маршрут у нас грязевой. Сейчас мы все автомобили пропустим вперед. О, как он решил! Молодец! Рискованно, но молодцы, парни, молодцы! На новых шинах. Новые шины МТ. Ну и чё, как тебе шины МТ? Нормально. Скорости мало было. Да. Ну здесь получается, что автомобиль вывешивается, ну как бы диагональное вывешивание. И без 100% блокировки, конечно, здесь тяжеловато. Надо ходом проходить. Здесь у нас операция идет по спасению. Так, здесь у нас не МТ-ка, типа трассовой. АТ-шка, короче, АТ-шечка, да, у нас. Вот, вот. Отлично, молодцы. Здесь у нас не Васик, на МТ-ке. Сзади дифференциал повышенного трения. И, как видели, попроще было проехать. Ну, вот сейчас колесо вывешено. Ну, самоблок, видите, помогает. Сила есть. Получается, что шевик у нас на переднюю балку повис. Он не шевелится. Нужно его, наверное, назад дергать. Шина у нас Сафари. Сзади самоблок. Идем ходами. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Идет назад. Охренеть. Будет подтапливать. Воды вот сколько. Макс, молодец, грамотно заранее подъехал, подстраховал. Что там в салоне? Сухо еще? Я не знаю. Я в ботиночках, я не стал сапоги обувать. Ну, как и все мы. Вот. Сейчас будем доставаться. Макс. Вот так, давай. Порвался трос, но ничего страшного не случилось. Все прошло мягенько. Значит, покатухи затянулись. Шевик так и не можем, ни назад, ни наперед. Что решено? Там впереди, который у нас Исуда стоит, растянули лебедку. Цепляем за троса и будем лебедкой тянуть вперед. Лебедка натянулась. Отходим подальше. Потому что расстояние очень приличное. И если порвется. Говорите, что идет, не идет, все нормально, ненормально. Так, смотри, машина пока стоит, натяжка есть. Давай тяни, тяни. Пока все нормально. Макс, стоп. Так, приехал Андрей на Ниве, на МТ-шинах, на карбюраторе, без самоблоков. Вообще красавец. Помните, здесь машины приезжали? Тяжеловато. Сейчас мы не Васиком будем дергать шевик. Вот такие сегодня у нас покатухи. Планировали быстро проехать этот маршрут, но у нас пока не получается. Стас купил вот эти шины и прям такой уверенный. Говорит, что на этих шинах я проеду везде. Как видите, что не каждая грязь позволяет вам выйти. Вот опять вот, смотрите, садится, видите? Не так мало. То есть у нас два препятствия. Под передним левым и под задним левым. У него просто-напросто препятствия. Блокировок никаких нету. Подожди. Будем пробовать ходами пройти, но уже посередине. Лужа. Ну и плюс то, что человек не на МТ, не на сафарях, а на обычной АТ-шке. Все, надо вытаскивать. Макс сейчас цепляет лебедкой. Лебедка помогает, спасает. Смотрите, как глубоко.
На АТ-шке, конечно, ну вообще молодец. На сафарях-то не могли проехать. А на АТ-шке Ванька вообще красавец. Есть водители Нив, у которых моральный дух очень высокий. Вот Ваня на зеленой Ниве, у него есть такое. Ну, по крайней мере, шевелится. На сафарях прошел. Молодец, Саша, ты молодец. Все, стоп, подожди. Ну вот не хватает чего-то машине, просто не хватает. Вроде шина новая МТ. По клиренсу, может быть. Все-таки здесь... А что, ну Ванька, у него что, клиренс выше, что ли? У меня просто лифт. Вот, у него лифт и шина вообще, АТ-шка у него проехал, понял? Тут что-то другое, непонятно. Или обороты малые у него. Самостоятельно мы не проехали. Сейчас у нас еще осталось Нива на МТ-ке, на карбюраторе. Вот, шевик надо проехать аккуратно между деревьев. То есть, как видите, вон Иван отодвигает. По грязи смотрите сами. Вот такая у нас грязь. На МТ-ке. И тяжеловато. Все, сейчас, в принципе, безобидные кустики. Проезжаем. Так, натяжка. Вот нас спасает сегодня Максим на Исудзе. Стоит. И организовывает помощь с помощью своей лебедки. Я даже был уверен, что он сам легко проедет. У нас получится более-менее безопасно для Невасика. А, натяжка пошла, все, вытаскиваем. Фара набрал, то есть правая фара в воде. Ваню отодвигает. Блин, ну тяжело, очень тяжело. На шевике идет генеральная уборка. Убираем наичистейшую воду с салона. После того, как мы нырнули с Костяном, первый автомобиль, который проезжал. Мы же сами проехали? Или нас вытаскивали, я забыл? Подтягивал все-таки. А у нас только Санек сам проехал, получается. А остальных всех мы подтягивали, да? Да. У нас не заводится, сцепление не выжимается, скорость на нейтраль не переключается. Водяные процедуры. Давай, может быть, нам все-таки сдернем и протащить надо. Стартер не крутит. Ну, пытался. Но... Ну да, и все, и встал. Так, чтобы нас объехать, других вариантов нету. Вот Александр. Здесь упёрся. Ямку упёрся. Где назад надо. И ходом. Вот такие лужи тут с ямами. Здесь, говорят, трактор когда-то сидел. Пытались их вытаскивать. Сейчас попытаемся Невасик немножко прокатить. Чтоб он жизнь какую-то получил. И вот такая, видите, как здесь танки грязи не боятся, как говорится. Вот, видите, немножечко катнули. На скорости прокатили. Автомобиль завелся.
Все, двигаемся дальше на другую локацию. Загнул защиту, да? Да. Ну да, это не самое главное. Да можете прямо кустами ехать. Смотрите, сколько намыло ПГС. На холостых? Нет, не совсем. Что, срывается? Ну, просто, да? Нормально? Просто даже газ давать не надо. Ну, понятно. Плотный, значит. Сзади встану. Дорога, значит, слева идет. Не, кто-то заезжал, смотрю, вот здесь следы, он снизу, его там, наверное, выезжал кто-то. Ну вон, выезд. Ага. Квадроциклисты, здесь квадроциклисты сейчас гоняют. Да. Решили объехать и доехать до одного карьерчика. Ну, говорят, там ПГС вымыло, и теперь у нас там песочная. Ух ты! Аккуратненько. Самая сложность, на мой взгляд, это выезд будет вот здесь налево. Вот он, выезд. Подъем и идет налево. И здесь у нас мелкий песок. Первый автомобиль Костян пробует. Здесь как бы пока жестко, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот, я про что и говорил, что здесь будет очень сложно выехать. Песок сухой и очень мелкий. Ну, хорошие шины, хорошие. Прям зачет. Давай, 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 давай. Вообще огонь, огонь. Ух ты какой, ух ты. Молодец. Ну, тут, наверное, ходом прошел больше, да? Да. Но прошел. Ну, роет, конечно, как трактор, да, такие что? Молодцы, парни, молодцы. Так, здесь у нас трассовые шины. Вообще огонь, все молодцы. Еще, газуй, 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 газуй. Молодец! Да, приехали на другую локацию. Смотрите, горочка и выезд на с песком. Бля, ну, шина решает, парни. Блин, смотрите, на карбюраторе, да? Хватает мощи вытащить. Прямо и налево. Вот, ехал. Молодца. Газ, дави, 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 дави. О, вот. Ехал. Ну надо же. А говорил, что газа нет у тебя. У тебя 51-я труба, выхлоп какой, аж поршня вылетают. Да заезжать должен. Молодец. Вот, хороший старт. Хороший старт. Да, я не знаю, Эр все-таки на газ боится. Я ему говорю, на горках заехал, газуй, блядь. Ну, а вот он заезжает, пых-пых-пых-пых. Да, вроде заехал. Ну, тоже увозят. Отлично, отлично, молодцы. Нифига себе, ты тут что, проезжал, что ли? Да. Нифига себе, серьезно. Я, говорит, забуксовал. Вот, я брызговик нашел новый, Ванька. Да, я знаю. А говоришь, тут ничего интересного. Нифига себе. Ну, а что, мы сейчас сюда толпой туда засядем и все, там развернуть.
Ну давай, не вопрос, сейчас я выйду. Прикольно, прикольно, вот конечно. Здесь, короче, приезжал чуть-чуть. Да. Вот это приезжал, да, его выкинуть. Вот это да. Мы думали здесь так, стоим, ждем. Вот этот, короче, забор, вот этот, который стоит, вот машина вот так от него проходит. А, или вот здесь, вот здесь был, точно здесь. Ладно, тебя что, надо толкнуть вперед? Не, мне надо откопать. А если оттолкнуть вперед, нет? А, можно попробовать, но она сидит прямо на пороге. Да там просто надо пойти помочь. Рисковый. Очень рисковый. Ой-ой-ой. Ну ты силен, красавец. Следующий кто? Даже не знаю. Шут у нас, в принципе, не получился. Хотели доехать до Урала, но, как видели, там все размыло, все поломано. Единственный маршрут, выезжаем назад, через воду, через болото. Многие у нас выдвигаются домой. У нас есть пару машин, кто поедет обратно. Там у меня тем более машина стоит. Если что, я спущу и лебедкой буду ребят выручать. Поэтому едем обратно на выезд через воду. Вернулись мы назад, а там уже стоян вон. Там и смотри, на квадриках, там и машины какие-то стоят. Ну ты тут до того места доезжай, где Макс стоял. Некуда ехать. Ну да, там какие-то две Нивы приехали. Тормози. Едем обратно. Шевик. Костян, давай, крути, Костян, молодец. На самом пике. А задней передачи у него нету. Все, все, подсел, нет. Все, не крути, вытаскивайте. Засосало тебя. Глубокая трясина. Ну хотя бы в салоне сухо. Согласен, и ты вообще красавец. Ты сейчас блокировался? Да. Макс опять на помощь приехал. Макс объехал и заехал с другой стороны, чтобы нас опять спасать. Как тебе маршрут? О! Большой штарпель есть, но он где-то в двигателе. Ох, а он сейчас хлебанет или наберет? Давай, молодец, крути, давай! Давай, папа! Отлично! О, красава! Все, не надо, цепляем. Ну, молодец, зачет, молодец. До этого Костян на сафарях, хотя и машина выше, лифт там другой. Тут, в принципе, стоковый, не вас. Только единственное МТХ. Все, хорош, наверное. Пусть зеркало сложит. Машина прижимается к деревьям. Но зеркало сейчас, наверное. Не, Макс, надо что-то другое делать. Все, тормози пока, не надо. Свои, да.
И солнце стягивает, Ниву стягивает. Но Нива встала, все. Шевик мертво стоит. Ну что, молодца, получил Стас опыта, конечно, громадное. Не только Стас, но и все, кто тут помогает, смотрят. Макс вообще красавец, Максу большое-большое спасибо. Ну ты что, расскажи, впечатления какие-то, опыт какой-то, да, получается? Да, вообще все четко. Ну, что-то не получилось, так пошло не то. Отличный якорь. Ну, молодец, молодец. Спасибо, что есть команда, кто может помочь. Ну да, вот это самое главное. Идем, 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 идем. Уверенно. О! Нет, нет. Не хватает, наверное. А у тебя между собой обмотанный? А? Давай, включай, поехали. Ты чё? Сейчас включим между собой. Ну, уже все, наверное. Так, еще один автомобиль. На Т-шечке. Здесь ни МТ-ха, ни Сафари. Просто, ну не знаю, вот здесь станет. Станет он, станет. Не хватает ему. Самый сложный. Все. Ты молодец. Ты дальше всех проехал. Красавец. Ну что, вытаскиваем? Всех посмотрели, поехали. Чуть-чуть. Да, вообще, чуть-чуть там надо. А вон там, смотри, доску под рычаги засунул. Вон, доска у него торчит. Все, упало, отлично. Хозяйство свое, видите, кролика набрать. Закончились, осталась последняя Нива. Мы когда сюда приехали, на эту точку, Нива здесь уже стояла, и мы за нее производили якорь, то есть она служила у нас как якорем, и самостоятельно выехать не может. Максим остановился, сейчас ее на буксир, последняя Нива спасаем, и уже, друзья, мы едем по домам. Да. Какое-то место интересное. Все молодцы!